Здравствуйте, снова с вами канал «Китаец отличился». Спрашивали в комментариях, у меня будут ли еще распаковки. Ну, как видите, тема уже, конечно, была у нас такая. Ну, даже прям радостный, что это пришло мне сегодня. Прошел месяц, оценили мне, как оно и есть, 17,6 доллара. И весом 200 грамм. Ну, если я правильно понял, то это наушники пришли. Сейчас посмотрим на их. Да, правильно, я понял. Ух ты. Так, пусто. Сейчас будем смотреть, наказывать китайца или нет. Потому что должен был прислать много. Наушники, наушники. Эти наушники у нас были уже. Xiaomi, которые мне вот они понравились. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, ну китаец. Я заказывал еще двое белых, но он по ходу дела их положил в другую посылку. Давайте откроем. Тогда не проверяли, сейчас проверим. Подготовился, плееры взял сразу же. Так, ага. Тут уже подушечки лежат не в пакетике. Вот они просто лежат. Блин, блин. Так. Так. Где-то видел у кого-то на канале, не помню у кого, распаковку этих же наушников. И он их как-то... Не помню вот то. Сказал, что они плохие. Ну, мне, в принципе, понравились. А может, он как-то их проверял не на том устройстве. Ничего. Сейчас включим, проверим, как играют. Так. Такие же точно, такой же кабель. Включаем. Что-то не знаю, как-то они, мне кажется, не так играть стали. Странные. Ну, в принципе, вот такие вот наушники. Распаковали. Посмотрим, может, просто эти так играют плохо. Но если все плохо играют, то будем деньги возвращать. Все, спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Будем ждать дальше посылок, которые все еще идут где-то. Все, пока-пока.